Для калужан выступил Рязанский губернаторский симфонический оркестр. Впервые артисты были в Калуге 5 лет назад. Сейчас коллектив приехал, чтобы сделать подарок ко дню города. На площадке гостиных рядов оркестр исполнил произведения Арнова Баджаняна, Муслима Магомаева, Александры Пахмутовой. Звучали также знаменитые песни 60-х, 70-х годов. Это и советские произведения, и зарубежные. В репертуаре оркестра «Битлз», «Абба», «Оттаван». На концерте присутствовал губернатор региона. Несмотря на дождь, зрители не уходили и слушали музыку под зонтами. А гости назвали гостиные ряды притягательным местом. Помимо чисто технических каких-то моментов, да, которые были выполнены, на мой взгляд, просто безукоризненно, я имею в виду техническая сторона вопроса подготовки сцены, звук, свет и так далее. Вообще само это место, вот, где мы сейчас находимся, у него есть своя энергетика. И здесь очень приятно находиться и приятно играть, что очень важно.